Ребят, всем привет! Сразу скажу, что это не обзор квадроцикла, как вот там это самое всякие блогеры делают или что-то такое. Просто я продаю квадроцикл, и чтобы, так сказать, помимо фотографий, сделаю еще и видео. Здесь литые диски, резина на пятерку, здесь пластик целый, все нормально. Сейчас я попробую снять немножко видео всего этого дела. Так, сейчас нажмем кнопку. Вот, я видео все снимаю. Вот, подвижечки шикарные. Вот. Регулируемая подвесочка. Тут все можно регулировать. Пластик целый. Вот обычно здесь все трескается. Вот. Из электроники видно, нет, вот. Заряд показывает, пробег, аккумулятор и тахометр. Вот здесь у нас включение ближний, дальний свет, заводить, вот так нажимаешь на тормоз и кнопочку. А, стоп, вот это вот отключение. Вот, вот сейчас. Все тарахтит. Поворотники. Сейчас. Вот, тахометр работает. Все. Так, у квадрика. Давайте заглушим, чтобы было слышно. У квадрика система вариатор. Тут элементарно. Вперед ручка. Тралка задняя, все, все очень просто. Вот. Регулируется. Да, видео лучше снять, там, короче, шток такой есть. Тяга такая есть, короче. Вот ее это регулируется. Если, например, бывает, сбивается, включается или первая, или задняя, там как бы, вот там надо отрегулировать. Ну, сейчас все регулировано, но бывает. Спереди мы